Всем привет, друзья! На Али стартовала распродажа в честь их 9-летия, и поэтому встречайте очередную подборку крутых товаров с этого сайта. А чтобы выиграть $15, вам нужно досмотреть этот ролик до конца и участвовать в конкурсе. Условия я расскажу чуть позже, а сейчас начинаем. И открывают наш топ интересное изобретение, которое призвано придать на первый взгляд обычным вещам какой-то интересной необычности. Это своего рода принтер, который может печатать на чашках. С его помощью вы сможете сделать свою чашку особенной. Или же, если заняться этим вплотную, то даже подзаработать. А это очередное интересное китайское чудо. Это пауэрбанк, который может зарядить ваши гаджеты как от своих собственных аккумуляторов, так и от солнечной энергии, если вы находитесь где-нибудь на открытой местности. Благодаря его конструкции, а еще дополнительным солнечным панелям, он действительно сможет зарядить ваше устройство энергией солнца. А поскольку на Али сейчас распродажа, то его можно купить еще и дешевле. А чтобы обезопасить себя от ненадежных продавцов, которые делают очень часто мнимые скидки, я хочу порекомендовать вам расширение AliExpert. AliExpert показывает динамику изменения цены товара и уровень доверия к продавцу. Например, у этого продавца повышен процент недовольных покупателей, да и цена у него завышена, я бы не стал у него заказывать. А вот у этого продавца вполне можно закупиться, отправляет товар он быстро и уровень доверия у него 100%. Также товар можно добавить в избранное, и сервис подскажет, когда цена на него упадет. Кроме этого, на многие товары имеются видеообзоры или отзывы, что также помогает сделать правильный выбор. Переходите по ссылке в описании и устанавливайте расширение всего в 2 клика. AliExpert – это расширение, которое поможет вам как настоящий эксперт. А для владельцев домашней живности в виде котенек на Али есть классная поилка в виде фонтана. Это приспособление сможет не только напоить вашего любимца, но еще и послужит в качестве украшения вашего интерьера. А этот товар точно вам понравится. Это Bluetooth-колонка с необычным интерфейсом. Она может не только воспроизводить музыку, но еще и при помощи специального приложения на смартфон этой колонкой можно управлять, а также делать на ней интересные рисунки. А вот интересное приспособление для крепления и зарядки вашего смартфона. Это универсальный гибкий кабель, благодаря которому вы сможете не только зарядить ваш смартфончик, но еще и закрепить его в таком положении, в каком вам нужно. Это очень удобно и может пригодиться в разных жизненных ситуациях. А вот еще один USB кабель, но этот уже с другой функцией. Этот кабель оснащен специальной подсветкой, благодаря которой вы можете увидеть, как энергия из источника перетекает к потребителю. А вот товар для тех, кто бывает на кухне для того, чтобы что-нибудь приготовить. Этот автоматический венчик может пригодиться для того, чтобы что-нибудь перемешать или взбить. И при этом он будет делать это самостоятельно. А значит, вы сможете сэкономить время на приготовлении. А это антигравитационный чехол для телефона. Этот чехол состоит из целой кучи нано-присосок, и поэтому он очень хорошо и прочно крепится практически к любой поверхности. И что еще немаловажно, что его также легко, практически без всяких усилий, можно открепить. Очень классное и практичное приспособление. А вот специальные таблетки для тех, у кого есть автомобиль. Такая таблетка разводится в 4 литрах воды и может вам заменить жидкость для стеклоочистителя. Это неплохая экономия, если учитывать, сколько стоит такая жидкость. Крутой конструктор или деревянный пазл, кому как больше нравится. Из этого конструктора можно собрать что-то наподобие железной дороги, по которой будет ездить трамвайчик, который, кстати, тоже из дерева. Весь конструктор состоит из 154 деталей, и я думаю, такой конструктор понравится как детям, так и взрослым.
отличный пазл для приятного времяпрепровождения. А для тех, кто часто ездит отдыхать на природу, на Али я нашел походную плиту для приготовления пищи, ну или для заваривания чайка. Такая плита идеально справляется с этими обязанностями. Да и не только с этими. Также она умеет заряжать гаджеты, и делает она это энергией, которая выделяется при горении веток внутри нее. И благодаря этой функции это просто незаменимая вещь в походных условиях. А это многоразовые стаканчики или формы для приготовления мороженого в домашних условиях. С летом всем хочется мороженого. Или я не прав? Так вот, с такими формами и самыми свежими продуктами можно приготовить мороженое, которое будет вкуснее, чем в магазине. Следующий товар – это прикольная Bluetooth-колонка в виде скейтборда. Динамиками служат колеса скейта. Время работы такой колонки приблизительно 4 часа. В этот скейт встроен микрофон, а это значит, что с его помощью вы можете подключить свой телефон, и если вам вдруг позвонят, то можете разговаривать прямо через него. Также на колонке есть слот для microSD-карты. И да, еще одна крутая фишка – это то, что весь скейт моргает под музыку. Ну а это интересная селфи-палка с кучей различных функций. У этой селфи-палки есть классная вспышка с обеих сторон. Также палочка умеет автоматически выдвигаться. И главным козырем этой палочки является то, что в нее встроены два пропеллера для того, чтобы создавать эффект ветра. И чтобы ваши волосы развивались. Ну если, конечно, они у вас есть. В общем, на данный момент это самая крутая палочка, которую я когда-либо видел. А это мультифункциональное устройство поможет вашему смартфону стать громче. Это динамик для смартфона, который, кстати, может выполнять функцию подставки, а также пауэрбанка. Это устройство коннектится с телефоном при помощи 3,5-мм джека и имеет в себе аккумулятор емкостью 4000 мАч. Это классное, компактное, а главное полезное устройство. А еще на AliExpress я нашел интересный ночник в виде песочных часов. Принцип этого ночника в том, что он светит только определенное время, пока весь песок из одной части не пересыпется в другую. При пересыпании песок засыпает светодиод, который излучает свет. Это хороший ночник для тех, кто любит засыпать при свете, а спать любит в темноте. А следующий товар – это провод с целой кучей маленьких светодиодов. Ну или другое ее название – это проволочная гирлянда. Стоит она недорого, а из нее можно сделать целую кучу прикольных вещей. Например, ее часто засовывают в банки и делают оригинальные светильники. А это маленькое чудо на самом деле интересный мультитул. В его состав входят несколько классных инструментов. А благодаря своим размерам он очень компактен и не займет у вас много места. Отличный мультитул с интересным дизайном. Это крутая настольная игра для веселой компании. Игра называется Jenga. Суть игры состоит в том, чтобы из выстроенной конструкции вынимать блоки и ставить их наверх. Проиграет тот, у кого эта башня завалится. А поскольку скоро лето, то многим из вас может пригодиться такой вот туристический коврик, чтобы занять при помощи него свое место под солнцем или расположиться на нем на пикнике в лесу. Коврик очень удобен тем, что он водонепроницаемый и не занимает много места в сложенном состоянии. Он настолько компактный, что его можно засунуть даже в карман.
а вот отличное приспособление как раз для лета. Это интересная по своему дизайну и использованию форма для льда. Она выполнена в виде чаши, стенки которой как раз и служат формой для приготовления льда. А внутри этой чаши можно хранить емкость с напитком, который вы желаете охладить. Это незаменимая вещь, особенно в жаркие летние деньки. А следующий товар пригодится тем, у кого есть домашние питомцы. Это автоматическая кормушка для котеек или собачек. Кому кто больше нравится. Эта кормушка очень выручит тех, кто часто не бывает дома для того, чтобы вовремя покормить своего питомца. Ведь еда в этой кормушке подается автоматически, через определенный интервал времени. И поскольку скоро лето, то на Али специально для жарких летних деньков я нашел целую кучу водяных бомбочек. И помимо того, что стоят они совсем недорого, они очень просты в применении. Достаточно подключить к ним шланг на несколько секунд, и они уже готовы к бомбардировке. И если у вас есть классная компания, то с этими бомбочками можно весело провести время. А вот классные термостойкие перчатки, в которых можно держаться за всякие горячие предметы. Такие перчатки очень выручат при готовке чего-нибудь на гриле или даже на открытом огне. В таких перчатках можно забыть про ожоги при готовке всяких вкусняшек. Ну и такое же лето без запускания воздушного змея. На Али я нашел такого вот воздушного змея в виде китайского дракона. Он очень длинный и классно смотрится в небе. А еще на Али есть целая куча облаков. Это и магнитное облако для тех, кому негде хранить ключи, и облако с часами и с будильником для тех, кто любит поспать подольше, а потом собираться побыстрее. А также светящееся облако для создания своеобразной обстановки в доме. Ну и в качестве оригинального светильника это облако тоже сгодится. А вот очень классное изобретение, и оно называется Pogo-Stick, или попросту кузнечик. На нем вы сможете напрыгаться вдоволь. Также на нем можно делать крутые трюки, но при этом нужно быть очень осторожным. А то ведь можно и косточки попереламывать. А следующий товар это крутячий квадрокоптер. Его главная особенность это то, что он очень компактный. Благодаря своей конструкции он легко складывается и раскладывается. Также квадрокоптер оснащен камерой, которая записывает видео в HD разрешении. И при всем при этом у него очень низкая цена. Это, наверное, самый лучший вариант для начинающих. А вот отличное приспособление как раз для лета. Это классная маска для подводного плавания с панорамным обзором. Также эта маска имеет оригинальный вид. И еще один плюс это то, что в трубку маски встроен специальный клапан, который закрывается, когда вы погружаетесь под воду. А следующий товар пригодится тем, кто любит показать свою силу. А чтобы все проходило мирным путем и веселой обстановке, на Али есть отличная настольная игра – рестлинг для пальцев. И как гласит одна из поговорок, бесконечно можно смотреть на три вещи – как горит огонь, как течет вода и как кто-то работает.
Так вот, для того, чтобы улучшить эффект от горения огня, можно добавить в него этот порошок. И тогда пламя огня будет разноцветным, а эффект станет еще более завораживающим. Это электронная игра Darts. Очень понравится тем, кто любит эту игру, но не хочет портить обои дырочками от дротиков. Дротики для этой игры оснащены пластиковыми наконечниками, а на самой доске есть специальное отверстие для этих дротиков. Также плюсом является то, что играя большой компанией, вам не нужно будет вести подсчет очков, кто сколько выбил. Игра все сделает за вас. А вот товар для тех, кто любит поохотиться или пострелять по банкам. Это крутая мощная рогатка. И действительно, с такой рогаткой можно охотиться на мелкого зверя. Рогатка может стрелять как стальными шариками, так и стрелами. У такой рогатки очень хорошая убойная сила. А еще на Али есть миниатюрный увлажнитель воздуха. Пригодится тем, кто живет в жарком климате и работает в небольшом замкнутом помещении. Этот увлажнитель выполнен в виде лампочки, и благодаря встроенным светодиодам еще его можно использовать как ночник. А для тех, кто любит растения, но часто бывает в разъездах или попросту забывает их поливать, есть такое неприхотливое растение, как эрехонская роза. Это растение может подолгу обходиться без воды и при этом засыхает. Но как только оно попадает снова в воду, оно, можно сказать, воскресает. А этот товар точно пригодится на кухне, особенно там, где любят полакомиться голубцами. Это приспособление поможет сэкономить вам время при приготовлении этого блюда. С этим изобретением вы сможете всего за несколько секунд завернуть фарш, капустный или виноградный лист. А тем, кто любит путешествовать и при этом много ходить, не помешают такие вот ортопедические стельки. В обуви с такими стельками вы будете чувствовать себя намного комфортнее, а ваши ноги будут меньше уставать от ходьбы. А следующий товар, а скорее даже изобретение, похоже на какое-то существо с огромной кучей ног. Эта многоножка приходит в движение, когда на нее дует ветер. И если вы знаете, напишите в комментариях, как называется это чудо и кто его изобрел. Мне будет интересно об этом почитать. А еще на Али есть крутой рюкзак, вместимость которого 22 литра. Фишка рюкзака является то, что он водонепроницаемый, а также то, что его можно сложить и положить даже в карман. Ведь в сложенном состоянии он очень компактный и не занимает много места. На Али на него целая куча заказов и масса положительных отзывов. Я думаю, такая крутая копилка понравится всем любителям аниме. Копилка выполнена в виде безликого из аниме «Унесенные призраками». Эта копилка, кстати, сама загружает в себя ваши деньги. Только делает это она как-то совсем жутковато. А среди вас есть любители аниме? Можете ответить в правом углу экрана. А для тех, кто является поклонником конструктора Лего, подойдет следующий товар. Это форма, с помощью которой вы сможете сделать конструктор из желе и построить много чего красивого, а главное съедобного. С таким конструктором можно весело провести время.
А вот крутой внедорожник на пульте дистанционного управления, который точно обрадует мужскую половину населения. Проходимость этого внедорожника просто впечатляет. Он может преодолевать разные препятствия, грязь, бездорожье и даже лужи без вреда для электроники. Домашний интерьер для него тоже не станет препятствием. Отличная игрушка, как для детей, так и для взрослых. А вот крутой грузовик из конструктора Лего. Состоит он из 3245 запчастей. Также у этого грузовика есть подвижные элементы, благодаря которым им можно управлять. Например, поднимать кузов, работать ковшом. Конструктор также оснащен электронными запчастями, и им можно управлять удаленно. А следующий товар – это чернила, которые светятся в ультрафиолетовых лучах. Такие чернила отлично подойдут для каких-нибудь тайных посланий. Потому что если написать что-нибудь ими и посмотреть на это без ультрафиолетовой подсветки, вы ничего не увидите. А для владельцев котеек на Али есть прикольные одежки для ваших любимцев. Можно выбрать практически любой костюм, но вот этот пират мне понравился больше всего. А это бомбочки для ванны. С ними можно превратить купание детей в интересный процесс. Также за их растворением просто интересно понаблюдать. А следующий товар – это небольшой магнитный конструктор. С его помощью можно собирать разные замысловатые фигурки из магнитов. Также в конструктор по желанию можно добавить запчасти из металла. Но это крутые оригинальные часы. У них очень интересный механизм показа времени. А именно два шарика, которые движутся по кругу с разной скоростью. Один из которых показывает минуты, а другой часы. Очень оригинальная задумка. Это радиоуправляемый птеродактиль. На первый взгляд он похож на воздушного змея. Но отличие в том, что им можно управлять с помощью пульта. Также на нем есть специальная механическая конструкция, благодаря которой он может летать как птица и махать крыльями. Отличная игрушка как для детей, так и для взрослых. Но это еще один интересный мультитул, который также имеет небольшие размеры и очень даже неплохие инструменты в своем распоряжении. А чтобы выиграть $15, вам нужно поставить лайк под этим видео, написать комментарий, подписаться на канал и нажать на колокольчик. И это все условия. Желаю всем успехов и пока-пока.